Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. И сейчас я отреагирую на песню, заглавку с альбома, нового альбома TXT, группы, за которой я активненько слежу. Песня называется Chasing That Feeling. Вот такая вот песня. Альбом их называется, недолгое название у альбома, как в последнее время бывает. The Name Chapter Free Fall. Вот. Про продажи, как всегда, после первой реакции. А сначала поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty. В особенности Антона Болетиса, Шуру, Илью Просина, Горш, Евгения Ерина, Александра Дребнева, Анастин Рин и Ирину. Спасибо вам, дорогие друзья и подруги. Очень здорово, что вы меня поддерживаете. Давайте реагировать на TXT. Стоп. Вот теперь поехали. 3, 2, 1, поехали. Когда-нибудь я поставлю рекорд по наименьшему количеству болтовни перед реакцией. Воу. Синты заиграли прям как привет из 90-х, на самом деле. Парни танцуют канализация. Не самое худшее место, наверное. Да, пока фоновый, фоновая музыка очень приятная. Каждого парня свой цвет. Припев, по-моему, слишком плавный перетек. Ой, куплет перетек. Припев, он не сильно выделился. Но мелодия, опять же, фоновая, приятная. И мелодия припева тоже хорошая. Опять же, вот эти синты, они играют, так, знаете, создавая ощущение пространства. Попал в Штаты. Интересно, откуда, из Кореи телепортировался? Или с планеты какой-нибудь, Марс, не знаю. Конечно, топчик. А тут неплохо. Очень парни страдающие бухой. В Штатах. О, приятных проигрышей тоже. Хорошо было. Да, у нас тут настоящий инсепшн. Прикольно. Ну, явно именно этим вдохновлялся клип. Начало. Как мы здесь чтились. И все вокруг ходят, им плевать. Ну, подумаешь, 5 корейских пацанов, 5 потанцевало на перекрестке прямо. Там так пробки постоянно в этом городе. Нью-Йорк какой-нибудь, я не знаю, я не очень разбираюсь в американских городах. Кстати, если вы слышите постоянно какие-то странные звуки, это не клип, это у меня человек-сосед. Как всегда сверлит, потому что он дурило, ничем больше заниматься не может. Он просыпает, сверлит, засыпает, сверлит, ест, сверлит. Так он занимается, сверлит. Всем. Всегда сверлит что-то. Смотрите, песня неплохая, не то чтобы это любимая моя песня в синтвейве, ну, в стиле примерно синтвейва, да, но неплохо уловлена атмосфера такого рода музыки, и несмотря на то, что здесь припев такой как-то удивительно, прям американский-американский, продюсер здесь у нас товарищ, или это группа целая, рок-мафия, вот, кто бы это ни был, не были, это команда, понятно, американская.
которые для много кого делали, они там для Селены Гомес сделали и еще для кого-то музыку, для Майли Сайрус даже делали музыку. В общем, немножко меня все-таки смущает, продолжает смущать, что TXT, ребята из TXT, их продюсеры, компания, зовет американских композиторов. С другой стороны, все их три песни, которые и англоязычные, последние, по крайней мере, и корейская, они мне заходят в той или иной степени. У меня вот в принципе, нет пока что плохих вещей, а TXT совсем, и таких, и среди последних трех, опять же, несмотря на то, что там все американские продюсеры, композиторы, все равно все неплохо. Да когда ж ты заткнешься, а? Когда ж ты все уже просеришь в своей тупой квартире, тупой голове, и успокоишься, перестанешь это делать? Пацанов с TXT натянешь, чтобы они тебе этот ханукин вот этот устраивали. Так вот, будем надеяться, что это немножечко как-то зарежется. Что я говорил? Я говорил о том, что давайте слушать еще раз. Давайте сначала скажем, как у парней с продажами. Продажами у парней все очень хорошо. У них за первые сутки этот альбом продался тиражом 1 927 363 копии. Это примерно на 60 тысяч копий больше, чем предыдущий. Не то чтобы огромная разница, да, но тем не менее. Это шестое место вслед за Seventeen, BTS, Stray Kids, BTS. И вот наконец в шестом месте опять TXT. Давайте за парней порадуемся и послушаем клип еще раз. Послушаем песню и посмотрим клип еще раз. Ну, понятно, что... Опять же, непонятно, откуда они пролетели. С неба или из Кореи? Или такой корейский десант? Конечно, могли немножко более точно выбрать место для приземления, чтобы им не приходилось в канализации тусить. Опять же, вот этот проигрыш, в общем, перед такой космический. Это похоже, честно говоря, на прихору. Согласитесь. Ну да, это и был Прихорс, вот этот репет, просто они настолько похожи друг на друга, нет какого-то прям взрыва. Падения, слава богу, тоже нет, но тем не менее. Короче, мне бы хотелось у припева чего-то более взрывного. Но и так хорошо. Это реально приятная песня. Мужик ходит, их задевает. Ну ты чё? Окей, или они его задевают, это не важно. Мне это что-то неуловимо напоминает, опять же, довольно-таки старенькое, но чуть-чуть. Может быть, мне хотелось бы, лично мне, чтобы припев был чуть более минорным, чем таким мажорным. Второй клип подряд с очень приглушенными цветами, но здесь хотя бы обоснованно как-то, на мой взгляд. Хотя тоже могли бы посветлее сделать. Не у TXT. В принципе, я посмотрел подряд два клипа. Вспоминающийся песня. По мелодии, по настрою, даже слегка похож вот этот кусочек на Take On Me. Не по мелодии. По настрою, именно по настрою. Здесь такое еще более минорное. В общем, вы поняли, я надеюсь, что я имел в виду. Что я конкретно имел в виду. Ну и прекрасно. Кристиан Бреслок, как даже ты закончишься? Это не Кристиан, это Седл. Товарищи.
Спасибо большое за просмотр. За группу TXT я рад. Пока что их американские или американцами написанные релизы мне хотя бы более-менее заходят. Это довольно-таки большая редкость. Опять же, напомню, с группой BTS мне было не так. Их американские релизы или написанные для американской публики, преимущественно релизы, мне вообще не заходили категорически, ну, не считая Boy With Love. Все было мимо. Здесь гораздо более подходящая мне музыка, поэтому хорошо. Хотя все равно хочется, чтобы парни не особо теряли корейскую аудиторию, чтобы она им тоже заходила, этой аудитории, точнее, их песни. В общем, поняли. Спасибо большое за прослушивание. Напишите, что вы думаете об этом альбоме, об их направлении и об этой конкретной песне. И все, поставьте лайк, подпишитесь. Не забывайте, что у меня есть Boosty, на котором меня можно поддержать. Это очень сильно поможет каналу. Ну и мне особенно, но каналу особенно. Все, всем спасибо, всем пока. Благодарю тех, кто меня уже там поддерживает. Oh,